миссия фестиваля «Одесса Классикс» – вернуть Одессу на европейскую культурную и фестивальную карту. Сделать наш прекрасный город не на словах, а на деле культурной столицей и Черноморья, и Восточной Европы. Давно уже была мечта пригласить одного из ведущих скрипачей мира, причем уже давно, несколько десятилетий, находящегося на Олимпе скрипичном мировом, Максима Венгерова, к нам на фестиваль. А Полина Сетинская, замечательная пианистка, была уже у нас и очень-очень понравилась нашей аудитории. И когда я узнал, что Полина и Максим стали выступать в дуэте, причем очень много, активно, в разных странах мира, на ведущих площадках мировых, то, безусловно, очень-очень хотелось пригласить их, особенно хотелось их пригласить на открытие фестиваля. И вот это осуществилось, и причем в здании нашего Одесского оперного театра замечательно. Педагог Захан Гимич Брон, его педагог был Буся Гольштейн и Столярский. В общем, Столярский – это мой как бы музыкальный прадедушка, поэтому для меня Одесса – это, в принципе, родное место. Своя драйв, своя драйв. Я очень рад приветствовать моего друга Бурхана Чала в Одессе на этом нашем замечательном фестивале, в этом потрясающем театре. И мы представляем наш новый проект «Перезагрузка 2». Sag bitte ein paar Worte. Jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Das ist mein vierter Mal in Odessa. Wirklich, ich freue mich auch wieder mal sehr, hier zu sein und in diesem wunderbaren Haus mit dir zusammen zu spielen. Und ich hoffe, es wird ein anderes tolles Erlebnis für uns, sowieso für mich. Herzlichen Dank für deine Einladung, mein lieber Alex.
Робби Лакатош. Это такое явление уникальное, потому что скрипач, многие его называют самым виртуозным скрипачом или самым быстрым скрипачом, как писала английская пресса в мире, играет так называемую легкую музыку или entertainment music, но вместе с тем с классическим образованием, с классическими корнями, и играет он вот эту вот музыку так, что самые лучшие музыканты мира просто снимают перед ним шляпу. В принципе, это уникальное явление, и я сам большой поклонник этого артиста, я слышал его много раз в Европе, и очень-очень хотелось познакомить одесскую и вообще украинскую публику с этим, ну, не побоюсь сказать, явлением. И вот он у нас. Штефан Владер – это, пожалуй, флагман австрийского пианизма. Удивительно, но он еще ни разу не выступал в Украине. Вместе с тем, он очень-очень много дает концертов, причем и как пианист, и как дирижер. Дирижирует и симфоническими программами, и операми, опереттами, балетами. Невероятно разносторонний музыкант. Такая личность универсальная, которая делает в музыке практически все. И его стиль очень интересный, особый стиль, такой венский стиль игры на фортепиано. Я был уверен, что он будет очень интересен нашей публике.
Unfortunately, I didn't have enough time to see a lot of Odessa, but what I saw is fabulous, fantastic city. And the audience was just thrilling and marvelous. It was such a pleasure to be here. Thank you very much, Odessa. Дмитрий Ашкенази, сын легендарного пианиста Владимира Ашкенази, сам является действительно выдающимся музыкантом, один из лучших кларнетистов мира сейчас и уже много лет. Я с ним играл в Швейцарии, повезло с ним познакомиться и поиграть. Удивительно тонкий, интеллигентный музыкант и человек. Когда только ему предложил приехать в Одессу, он тут же сделал это возможным, раздвинул свой график и очень-очень ждал своей встречи с одесской публикой. The audience was one of the nicest audiences I've played for. Such a warm reception and such, I think, an appreciation for authenticity. And it's wonderful to play for such people. It's wonderful to feel this understanding coming from the audience. And I think we all felt that. It was very, very nice. Творческое сотрудничество фестиваля с Даниэлем Хоупом — это одно из самых больших достижений нашего проекта за эти годы. Великий музыкант, великий культур-трейгер, то есть человек, который действительно двигает мировое искусство вперед. Он, пожалуй, один из самых творческих и нестандартно мыслящих музыкантов современности. Поэтому любой его концерт, любая его акция на фестивале – это для нас очень много. И не только для нас, для развития культурного процесса в стране. В данном случае выступление Даниэля Хоупа с Берлинским камерным оркестром – это особенное событие. Во-первых, потому что не так часто оркестры такого уровня приезжают в нашу страну. А во-вторых, потому что они играли программу, которая уже считается культовой в современном мировом музыкальном процессе. Это две версии шедевра, всем известного шедевра Вивальди «Времена года». Оригинальная версия и потом авторская версия британского композитора Макса Рихтера под названием «Вивальди Recomposed», то есть как бы пересочиненное, вновь, заново сочиненное произведение Вивальди. И это произведение действительно получилось удивительно органичным, очень современным и стало хитом. Хитом продаж, стало звучать во всех континентах, в особенности вот именно в первой интерпретации Даниэля Хоупа. И мне очень-очень хотелось именно этот проект привести в Одессу. И я счастлив, что это осуществилось. When I'm in Odessa, I feel the weight of the great musicians who have dominated the musical life of the last 100-200 years. Especially, of course, Stolyarski, David Oistrakh, and all the amazing figures who have given so much to music here. Thank you.
замечательный немецкий пианист Себастьян Кнаур, уже друг фестиваля, он уже второй раз приезжает. И в данном случае он привозит замечательный, инновативный, новаторский проект «Übermach», то есть как бы сверхбах. Это новый взгляд на шедевры Баха, который действительно очень обогатил палитру музыкальную, современную, который стал бестселлером в разных странах мира. Себастьян Кнаур очень, очень много его играет, чуть ли не каждый свой второй концерт, а он их играет сотни в году, именно с этим проектом, потому что он невероятно, невероятно востребован и прозвучит в своем оригинальном составе с берлинским камерным оркестром, с замечательным вибрафонистом Паскалем Шумахером и Себастьяном Кнауром. Erlauben Sie mir zunächst, mich sehr herzlich zu bedanken bei Alexei Botvinnov, der diese wunderbare Energie hat und diese Passion, ein Festival zu veranstalten in dieser wunderbaren Stadt. Und er liebt das, was er tut, und wir lieben ihn dafür, dass er uns einlädt. Und Sie als wunderbares Publikum, bleiben Sie bei ihm und unterstützen ihn weiter. Das ist eine großartige Sache. Слышал Антонио Менезиса, когда следил еще юношей за одним из конкурсов Чайковского в Москве. Он тогда выиграл очень громко, сенсационно, ярко. И, ну, действительно, было такое неизгладимое выступление его игры. Человек из Бразилии, который играл европейскую музыку и музыку Чайковского, так, как будто бы он вырос где-то здесь. Очень эмоциональный, яркий. И так случилось, что вот после этого конкурса он, его звезда не закатилась, а действительно он остался на музыкальном олимпе. Он является одним из ведущих виолончелистов планеты уже несколько десятилетий. И это большая удача, то, что удалось в его графике найти время, и чтобы это совпало на закрытие фестиваля. Мне очень давно хотелось сделать, уже несколько лет хотелось сделать в конце фестиваля «Рахманиновский вечер». И вот сейчас это получается благодаря участию Антонио Менезиса и нашего друга фестиваля Майкла Гудмана. Thank you.
I'm very happy to be here. For the first time in my life, I came to the Ukraine, and it is my luck that I came to Odessa, to this beautiful town. I have beautiful walks around here that made me very happy. And of course, the festival is very nice, it's very well organized, and it was a pleasure to play for this wonderful audience and for this beautiful hall, so everything was just positive. Фестиваль Odessa Classics является мультикультурным, мультистилистическим. Поэтому всегда происходит что-то связанное или с театром, или с кино, или с литературой. На этом фестивале кино получилось в фокусе, потому что удалось привести проект, который я давно знал и который очень-очень хотел привести в Одессу. Авторский проект сына Андрея Тарковского по и воспоминаниям о великом мастере кино и с фрагментами его фильмов и музыки, которая использовалась в кинофильмах Тарковского. Для меня это очень такой личный был выбор, потому что это мой любимый кинорежиссер с юношеских лет и до сих пор. И с другой стороны, Андрей Тарковский – это уже достояние мировой культуры. И этот проект очень ярко и точно показывает, почему это так. Хотелось в этом проекте воссоздать немножко и внутренний мир, художественный мир отца, его творческую лабораторию, его размышления, мысли о кино, об искусстве, о смысле жизни, о том, что те идеи, озвучить те идеи, которые он воплотил в своих картинах, не только кадрами из фильмов, но и материалами из его архивов, его фотографий, полироидов и, самое главное, его слов из книги «Запечатленное время», которое он писал о кино, об искусстве. Что вот школа Столярского была эпоха Столярского, а вот потом будем говорить, вот жили в эпоху Брона, потому что, ну, нету такого второго педагога ни по фортепиано, ни по скрипке, ни по вокалу, ни по таким другим инструментам в мире, который был бы настолько культовой фигурой, как вот для скрипки Захар Брон. Это абсолютно не подлежит никаким сомнениям. И это большое счастье, что вот он согласился приехать к нам через 12 лет отсутствия в Одессе. И особенно радостно то, что это его юбилейный год, и поэтому мы очень-очень счастливы, что он у нас здесь. Встречайте этого гения, живого гения. Thank you.
само место, сам город Одесса означает нечто невероятное, то, что словами передать нельзя, и то, что здесь вот такая культурная подвижка и происходит такой замечательный фестиваль, это, конечно, потрясающе. Я, конечно, был под впечатлением и музыкального действия, ну и, конечно, количество публики, которое присутствовало, и интереса к этому. Это говорит очень о многом, и я очень рад, что это именно в Одессе происходит. И все, что от меня, если будет нужно, я всегда буду с удовольствием сотрудничать, помогать, если это нужно. Да? Вот. А то, что касается моей деятельности, но это моя жизнь, так что, да, так что. Вот я, когда я слышу, когда я сам играю, меня заряжает сама музыка. Когда я работаю с молодыми талантами, я как бы вновь рождаюсь, да, и у меня появляются совершенно новые идеи, которых никогда раньше не было. Так что надеюсь, что это еще будет продолжаться. Первый всеукраинский конкурс молодых пианистов имени Серафимы Могилевской. Для меня это личное, потому что Серафима Леонидовна была моим первым педагогом, человек, благодаря которому я остался в музыке. Но не только. Это попытка создать такой всеукраинский конкурс пианистов, который бы отличался и по характеру проведения. У нас в составе жюри нету педагогов со своими учениками. У нас гарантирована абсолютная беспристрастность, как бы честность. И с другой стороны, победитель, тот молодой пианист и пианистка, которые побеждают, гран-при, это кроме денежного приза, это выступление на open-air концерте на Потемкинской лестнице перед многими тысячами зрителей. Это большой шанс. И я знаю, что любой молодой пианист мечтал бы о таком шансе. И вот мы его с радостью и волнением предоставляем. Организация конкурса замечательная. Мне очень приятно, что меня на этом конкурсе так высоко оценили. Меня переполняют эмоции позитивные. У меня очень хорошее впечатление осталось. Я вас поздравляю, вы вступили в то сообщество, которое принадлежит к самой высокой элите человечества. Я убежден глубоко в этом. Именно музыканты, владельцы и владетели духа музыки и духа человеческого. Ибо ни в чем другом, кроме как в музыке, этот дух проявляется. Проект New Ukrainian Soundscapes проходит уже во второй год. Это такая творческая площадка, которая позволяет показаться нашим и авторам, которые создают современную украинскую музыку классическую, и исполнителям, которые специализируются на исполнении этой музыки. Здесь есть место авангарду, здесь есть место эксперименту, причем самому радикальному. Программа рассчитана на тех людей, которые интересуются не только современной классической музыкой, но и современным артом.
Вся концепция фестиваля «Одесса Классик» с первого же года – это мультидисциплинарность. То есть не только музыка, но и живопись, но и театр, кино, видео, арт, театральные вещи. Мы уверены в том, что сочетание разных форм и жанров искусства – это путь развития музыки и вообще современного искусства в 21 веке. И традиционно фестиваль «Одесса Классик» открывается персональная выставка крупного украинского художника. Прошлого года это были одесситы Александр Ройборд, Игорь Гусев и Степан Рябченко. А в этот раз крупный киевский, ну и вообще наш украинский художник, замечательный Виктор Сидоренко. Дело развития искусства сейчас находится в руках самих художников, в первую очередь. И в данном случае мы вот люди делаем этот проект, делая такие проекты, в общем-то, и являем, двигаем это искусство и знакомим с ним не только, так сказать, наших зрителей, но и знакомим зрителей, в данном случае, Европы, в Америке. Ну и кроме того, мне приятно все-таки в Одессе, потому что Одесса важный культурный центр в Украине, один из самых таких знаковых. С точки зрения изобразительного искусства, кстати, наиболее активно тут вот развивался нонконформизм, потом первые концептуалисты, я скажу, это первые, это все-таки одесситы в первую очередь, а потом уже все остальные. Поэтому я очень рад. Мечты сбываются. Когда задумывался проект фестиваля «Одесса Классикс», первое, что было у меня в голове и вот в нашей команде, это большой open-air концерт, классический, на Потемкинской лестнице. Наше легендарное место, это такое имиджевое место для города во всем мире. Знают эту лестницу, и классическая музыка там звучит невероятно, наверное, замечательно. Я еще ни разу там не играл, это первый раз, и это очень для меня большое событие. И, конечно, очень здорово, что это подарок для одесситов, потому что вход бесплатный для посещения. И звучат такие музыканты будут, как Захар Брон, Майкл Гутман, как невероятный по качеству Берлинский камерный оркестр. Это большое событие.